Маргарита Скрипченко, я мастер спорта России по художественной гимнастике. Очень приятно здесь заниматься, ковер также очень удобный, мягкий, мне и девочкам нравится очень. Они очень трудолюбивые, слушают мое каждое слово, пытаются что-то выполнить, даже если что-то не получается, то они очень стараются. Я думаю, что нас впереди ждут большие победы. Благодарим вас, Павел Николаевич. Спасибо. Спасибо. Мы жители совхоза, благодарим вас, Павел Николаевич, за бесплатную гимнастику для наших детей. Мы очень счастливы заниматься рядом с домом. Спасибо.